Здравствуйте, меня зовут Ксения, я обучаюсь на оператора колл-центра. Сегодня я для вас представляю прогноз погоды. Итак, начнем. Пасмурная погода будет держаться весь день. Утром ожидается непродолжительное прояснение без осадков. А в Ставрополе ожидается пасмурная погода, возможен дождь с грозой. Атмосферное давление в пределах нормы. Температура воздуха плюс 22-28 градусов. Ветер слабый, 2-3 метра в секунду. Внезапно природа решила напомнить нам, что до осени остался всего один месяц. Не унывайте, смотрите СТВ.